Итак, играю в Майнкрафт. Играю в Майнкрафт. Очень люблю эту игру. Использую платформу CursorForge. Вот так она выглядит. Сборка модов называется ATM7. Alt Demods 7. Вот интерфейс игры после запуска лаунчера. Включаю музыку. Красивая музыка. Ищу свою игру. Вот она, моя игра. Начал играть 3 июня 2022 года. Сейчас запускаю. Продолжаем. Прошло около 5 минут. Запустилась игра. Загрузились 300 модов. Сборка. Так, тут я себе всякие напоминалки поставил, потому что могу что-то забыть. Чтобы не забыл, ставлю таблички с напоминаниями. Таблички с напоминаниями. Свой обсидиановый меч я отдал стражнику. Теперь я без меча. А где моя лопата? Лопату я спрятал, что ли? Вот она. Лопата теперь вместо меча. Сильнее меча бьет. Это гость моей колонии. И это тоже. Вот этот домик с синей крышей, это самый продвинутый домик в колонии. Это самый первый дом, который мне построил строитель. Это домик строителя. У него кирпичик нарисован. Посмотрим на таверну. Так, уберу лопатку я из руки, чтобы никого не ударить лопатой случайно. Возле таверны бродят посетители колонии. А тут торговец еще. Я жду, когда лягут в кроватки все мои жители. Я тогда тоже лягу в кровать, и наступит утро. Утро еще не наступило, жители еще не легли в кроватки. Это гости колонии. Боден, например. Сейчас я с ним поговорю. Нажимаю кнопочку мыши. Он говорит, что он будет мне служить за 5 алмазов. Я нажму кнопочку, может быть, позже. Через некоторое время он уйдет из моей колонии, он гость в гостях. И на его смену придет какой-нибудь другой посетитель, которого я тоже могу нанять вместо него. Если у меня, например, нет 5 алмазов, вот этот будет мне служить за 5 алмазов. Но если я хочу накопить 5 алмазов, но сейчас у меня их нету, я могу попросить этого гостя задержаться в моей таверне. Для этого я возьму сэндвич. Сейчас у меня 17 сэндвичей. И один сэндвич я дам этому гостю. У меня стало одним сэндвичем меньше. Гамбургер, точнее, не сэндвич, гамбургер. И этот гость съел мой гамбургер и сказал: «Ой, вкусная еда! Эй, кто меня тут?» На тебе, противное. Какое-то существо ядовитое меня кусает постоянно, по ночам. Вот, этот гость сказал, что я дал ему очень вкусную еду, еда ему понравилась, и он задержится в моей таверне еще на какое-то время. И таким образом я могу накопить там 6 алмазиков и нанять этого гостя. И он станет жителем моей колонии. Когда же они все улягутся-то? Так, посмотрим. Надо меч сделать.
материалы далеко. Чтобы меч сделать, нужно взять всякие. Это домик двухэтажный, домик второго уровня. Из еловых бревен. Или из сосновых. Спрусы. Сейчас посмотрим, какое это дерево. Сейчас переводчик используем. Ёлка. Спрус. Из ёлки. Ну, ёлки высокие здесь вырастают. Выше, чем сосна, наверное. Это кто? Ой-ой, ты куда? А, это с удочкой, это рыбак. А почему он по ночам бродит? Ага. Пошел спать. Посмотрю, куда он пошел. Опа, вот он лежит. Спит. Так. Рыбак лег в кроватку. Лучше его не беспокоить. Остальные жители где? Опа, это шахтер наконец-то. Шахтерша. Девушка. Она все время жалуется, что ее не охраняют охранники. Несмотря на то, что я приставил ей личного охранника в шахту. Этой шахтерши. Шахтерша, видимо, ночует. Она заблудилась. Она ночует в таверне. Надо лестницу поставить ей. Ага, пошла в таверну. Пошла в таверну. Спать. В таверне есть койко-место. Оп. Зашла. А там кроватка. Легла. Спать. Все, я получил надпись в чате. Все колонисты легли в кровать. Я получил эту надпись. Это значит, что теперь и я самым последним могу лечь в кроватку. И я сейчас найду свою кровать. Вообще, у меня много кровати здесь. В ближайшую добегу. Прыг-прыг-скок. Все, ночь прошла. Наступило утро. Много дел. Самое главное, это не потерять строителя. На вес золота строитель. От него зависит развитие колонии. Это мой третий строитель. Двух предыдущих убили. Злые монстры. Так, это шахтер. А кто это? Шахтерша, наверное. Вот это мы видим. Строительную ленту. Это означает, что эта таверна стоит в списке построек у моего строителя. Мой строитель будет улучшать эту таверну. Но попозже. Список большой. Сейчас покажу список. Список стройки. Оп. Сейчас я получил в чат сообщение о том, что строитель Джозая приступил к строительству таверны. Таверна вон. Вон она. Наверху. Вот он. Пошел. Заглянем в домик строителя и почитаем список строительных объектов. Список строительных объектов. О! 5 объектов. Ремонт ресторана. Улучшение таверны. Улучшение ратуши с первого уровня на второй уровень. Улучшение домика со второго уровня на третий уровень. Ох, это будет дорого стоить. И улучшение фермы со первого уровня на второй уровень. Все по плану. Так, ресторан. Я добавил, наверное, последним в список. Но он здесь наверху. А, о, тут продолжение. Еще ферма, еще башня. Башня охранников. Сторожевая башня. Домик еще улучшаем до второго уровня. Опять башня. Строительство охранной башни. Еще строительство охранной башни. Улучшение склада.
до второго уровня. И здесь опять улучшение сторожевой башни до третьего уровня. Большие планы. Куча дерева нужно. Все, почти что все из дерева. Из досок, из дерева. Синими циферками, я так полагаю, расстояние до объекта строительства. Да. Это лишь предположение. Открываю дверь, выхожу. Так. Вот, выросла елка, которую я посадил сам. Из 4 саженцев. Сажаю 4 саженца вместе. И они синергично превращаются в одну большую, жирную, толстую елку. С помощью пилы я спиливаю всю эту елку. И листики падают, листва вся упала. Я получаю саженцы елки, палочки, веточки. Я получаю смородину. Смородину. Оп, белая смородина, красная смородина. Все собрал. О, саженцы еще еловые. И посажу еще я елку. Елка нужна, мне нужна. Мне нужны тысячи блоков елового дерева для строительства всех этих объектов. И тут еще посажу. А, березка не растет, потому что я ее посадил возле стены вертикальной. Наверное, поэтому. Давно она здесь посажена. Так. Итак, ладно, саженцы я убираю из руки. Теперь я хотел пойти на склад. На склад? На крышу склада. Я пойду на крышу склада. Склад там. Как туда пройти? О, еще одна елка выросла. Ладно, потом срублю. Пойду на склад. А. О, пятно крови. Оп. Я наступил в лужу крови. Эта кровь — это ресурс в моде Evilcraft. Злое строительство. Или строительство зла. Мод такой. Кровь — это ресурс из того мода. Не знаю, как используется, чем она полезна. Иду к складу. Склад первого уровня. Я уже строителю добавил этот склад в список объектов строительства на повышение уровня до второго уровня. Это не склад. Склад в той стороне. Ой, доски есть? Есть. Это больница. Рене. Это врач. Рене. Ладно, пусть она тут стоит. Она лечит пациентов, которые приходят. Так, побегу я в сторону склада. Этот мостик я построил. Висячий мостик. Без опор. Без натяжек и опор. Ну, тут у меня ферма и фермер. Бегу дальше. Вон там шахта первого уровня. Надо будет посмотреть, чем занимается шахтер. Шахтер, оказывается, нужно давать булыжники, если он сам их не добывает. Ему нужно давать булыжники. Еще одна фирма. Я иду на склад. В сторону склада. Вот он, впереди склад. Это склад. Вокруг склада тоже строительная лента. Это означает, что склад добавлен в список объектов на строительство. Залезаю на крышу склада. Вот, Максим, ты просил показать этот вид с крыши.
Вдали я вижу ферму. Домик фермера. Это домик второго уровня. Два корпуса. Один корпус имеет крышу из соломы. А солому я получил из пшеницы. Вот такая трата пшеницы. А, что-то я быстро слез. Посмотрим еще. В другой стороне что происходит. Залезаю на крышу склада. Кстати, вот эти деревья в игре, они называются зелково. В реальном мире есть такое дерево. Это эндемик. Дерево, которое редко на земле встречается. Создатели модов взяли это дерево из реального мира и поставили в игру. Впереди ресторан. Там ферма, ресторан. Мостики деревянные я построил. О, я получил сообщение в чат. Новый ребенок, которого зовут Папу. Теперь счастлив жить в Арнике. Арника — это имя моей колонии. Название колонии. Моя колония называется Арника. Также назывался город в другой игре, которая называлась Wizardry 8. Рыбак рыбачит. Девушка, кажется, там рыбачит. Девчушка. Это второй рыбак. На первого рыбака тоже я не смог защитить. И возле рыбацкой хижины нет сторожевой башни. Очень опасно для рыбака. Сейчас рыбак поймает рыбку. Поймал. Сейчас я к нему спущусь, может быть. Что тут еще? Там я вверху поставил плотину, чтобы вода не спускалась ниже. Остатки деревьев, там листва дерева. Впереди домик курьера. Впереди дом, сторожевая башня. Подо мной прямо сторожевая башня. Не улучшенная. Это охранники бегают в кожаных доспехах. Кожаная броня у них. Побежал. Посмотрим, чем занимается рыбак. До него надо дойти. Когда... А вот по деревянным доскам. Цветочки можно рвать. Это мой цветочек. Как называется? Кован Флоуэр. Кован. Не переводится. Я не нашел перевода этого слова. Просто цветок кован. Красивый цветочек. Уберу я его в рюкзак. Так. Нико. Рыбак. Мальчик. До него была рыбачка. Ну, дружок, 9 уровня. Ух ты, прокачался. Вот. Прокачивается. Ловит рыбу. Прокачивается. Забросил удочку. Так, врагов нету. Не поймал ничего. Я ему дал много удочек. Удочка ломается со временем. Рыбак возьмет новую удочку. Да, навыка. А, во, забросил опять. Забросил удочку. Это что у него? Бочка. Ну, что-то можно хранить. Так, тут у него сундучок. Что в сундучке? Удочки. А где рыбы-то? О, у него в кармане. Я его сейчас... ограблю. Рыба. И факел я заберу. Рыбу я отнесу в ресторан сам. Курьеры пока у меня не работают. Не скоро будут работать. Оп, поймал рыбу. Ну дергай, дергай. Сорвалась, что ли? Нико.
не поймал. Все, вечер. Нику пошел спать. День прошел. Я провожаю Нико с лопатой в руке. Рыба в руке. Рыба в руке. Я и Нико идем к его дому. Сторожевая башня. Это домик. О, домик второго уровня. Ну, рыбак Нико пошел на второй этаж. В кроватку сейчас прыгнет. Давай в кроватку. Серая кровать. Все, спокойной ночи, Нико. Так, спускаюсь. Это мой строитель построил. Я ему дал строительные материалы, доски. Всякие фанеру, всякие гравий, булыжники. О, ребеночек пошел. Ой, папу, мальчик. Опа, в кроватку прыг. Все, этот мальчик спит. Похож на мальчика. Так, я закрою дверь. Очень опасный момент. Уже темно, злые монстры уже где-то рядом бродят. А жители колонии еще не спят. Все, легли спать. Я получил сообщение в чат. Охранники не ложатся в кровать. Могут спать прямо на улице. Где они? О, охранник зашел в дом. Сейчас я на него посмотрю. С мечом в руке. Джон зовут. Меч в руке. Какой меч? Из чего сделан? Ой, я ему дал рыбу нечаянно. Вон. Так, у него каменный меч. Самый дешевый, так сказать, из легкодоступных материалов. Камень — это возобновляемый ресурс. Его можно производить в бесконечном количестве. И дерево тоже. И пшеница. И животные. О, это злой монстр впереди. Его надо грохнуть. Он стреляет молниями. Страж. А у меня броня. Мне не страшно. Ай, куда? Куда побежал? Готов. Все, испарился монстр. Монстр испарился. А что здесь такое? Доски. Зелковые доски. Доски из зелкова. Ага, видимо, строитель эти доски поставил. Так, лягу я. Че, все легли спать? Да, все легли спать. Охранники. О, это обсидиановый меч. Мия носит мой обсидиановый меч. Я ей дал. Меч обсидиановый. Очень прочный. I serve with pleasure. Вот он. О, она еще этим мечом никого не ударила. Меч вообще не сломался. Не имеет повреждений. Я лягу в кроватку. Ну, какой-то шип. Я получил шип какой-то из-за того монстра, которого только что грохнул. Которого я победил. Вот. Ладно. В рюкзак. Вот в этот. Ага. Рыба. Что с рыбой делать? Она вроде не жарится. О, ну-ка я ее съем, может. Ее можно съесть. Потом. Лягу в кровать. Чтобы жители начали работать. Цветочки, что ли, пособирать? А, мне нужно еще для улучшения таверны найти сухой куст. Я его видел в аду. Как не хочется в ад. Ты кто? Ты кто? А, это фермерша, Зоя. Зоя. Провожу фермершу. Мы с фермершей пойдем на ферму.
строительная лента. Это что, домик? Наверное, домик. Что-то сказала. Так, провожаю Зою. О, у этого какое-то важное сообщение, потом прочту. Мы с Зоей пришли на ферму. Она здесь будет работать. Опа, она в воду попала, наступила в воду. Теперь она будет долго бултыхаться, а я буду собирать пшеницу. Так, и потом надо прочесть какое-то важное сообщение от того фермера, мимо которого мы проходили с Зоей. Так, соберем немножко. Соберем. Посажу на грядке пшеницу. Зоя имеет мало опыта, пока медленно работает. Я быстрее все это делаю. Где этот стоячий фермер? Это здесь был. Так, это домик второго уровня. Домик фермера с пшеничной крышей. Крыша из сена. О, девочка. Так, это у нас пристройка с желтой крышей. Так, а это основной домик высокий. Вверху синяя крыша. Серая или синяя? Синее стекло вставлено в раму. Заходим. Костер горит, камин горит, печка, верстак, стол, два кресла, два дивана, кресла, стол, цветочек стоит. Залезаю на второй этаж, поднимаюсь. Ой, и тут кроватка. И тут я могу смотреть в окно. Балкончик. Балкончик. Да. О, и здесь что такое? Окно. Решетчатое. Вот. Просторный домик такой. Холл большой. Гостиная. Лаунж. Лаунж. Гостиная. Так, подняться в ресторан. Надо. А зачем мне в ресторан? Пшеницу отнести. У меня пшеницы много накопилось. Фермеры собрали пшеницу. Поднимусь в ресторан. Ой, большая высота. Ой, тут можно упасть. Ладно, полезу вверх. Так, мой персонаж проголодался. Сейчас он будет есть новую пищу. Вот эту рыбу. Что за рыба? Сейчас мы посмотрим в переводе. Пуфер. А, рыба фугу. Пуфферфиш. Фугу. Колючая рыба. Ядовитая. Поедим, посмотрим, что она даст. Ой! Я отравился. Ой, сколько эффектов. 4 негативных эффекта сразу. Надо срочно съесть гамбургер. Ой-ой-ой-ой-ой. Больше не есть такую рыбу. Так. Ой-ой-ой-ой. Сильный эффект отравления. Ай, я сейчас помру. А может и нет. Ладно, пойду. Все, негативные эффекты исчезают. Ой, надо что-то съесть. Что-то вкусненькое надо съесть. Ай, ну-ка, ну-ка. Что-то съесть. А, все, больше. Ага, вот что происходит. Что бы еще съесть такого? Что-то надо съесть. Так, не это. У меня тут есть лекарство какое-то, я не помню, как оно выглядит.
Помидор, что ли, съесть? А, ну все. Все, отравление закончилось. Все, рыбу фугу больше не есть. Какое тут у меня тут сообщение? Ага. Это... Тут написано, что я ее уже пробовал раньше. Тут написано, что она помогает добавлять здоровье. Но она меня отравляет. Она не добавляет здоровья. Я съем еще один гамбургер. Так, висят остатки дерева. Зелкова. Пойду в ресторан. Пшеницу отнесу. Это дом какой-то. Ресторан у меня на ремонте. Окружен тоже строительной лентой. Сейчас я... Это повар Каспиан. Как произносится, сейчас посмотрим. Каспий. Каспиан. Каспиан. Если мы это говорим, Каспий. Каспиан. Каспиан. Дам я ему сюда. Положу пшеницу. Что будет? Он с ней ничего не делает, что ли? Наверное, Каспиан ничего с пшеницей не делает. Она тут лежит у него. Тут у меня говяжий суп. Очень сытный. Соль. Белая смородина. Элдерберри. Элдерберри, что-то такое. Бузина. Бузина. Elderberry. Бузина у него лежит. И это я ему все дал. Красная смородина. Жареный кальмар. Он сам пожарил кальмаров. Я ему давал сырых. Я ему дал только древесного угля. Сырых кальмаров. Хлеба дал. Из хлеба он нажарил тостов. И sweet berries. Sweet berries. Сейчас посмотрим, что такое. Sweet berries. Какие-то сладкие ягоды. Так, пшеницу. Вам пусть полежит пшеница у этого повара. Потом я смогу ее забрать. Двери не хватает. Здесь было две двери. Ну, видимо, варвары напали и сломали дверь. Они это могут. О, хранится с обсидиановым мечом. Так, теперь мне надо найти сухой куст. Надо пойти в ад. Чтобы пойти в ад, мне нужно сначала сделать обсидиановые ножницы. Обсидиановые ножницы я подарил строителю. Ой, компост надо собрать. Компост готов. Удобрение. Вот. Компостная бочка. Полна. Над ней поднимаются зеленые звездочки. Это значит, что компост, удобрения готовы. Я соберу сейчас все это. 10 бочек удобрений. Все, бочки пустые. Я получил 60 кучек удобрения. И фермер мне успел за это время 111 как их, чё, единиц, 111 штучек пшеницы мне собрал. Так, я заберу семена у него некоторые. И удобрения я ему дам. Мотыга у него есть. Палочки. О! Шалфей зеленый. Это я заберу. Или нет? Вердан Спринг. Сейчас посмотрим, что такое Вердан Спринг. А, да, это зеленый шалфей. Зачем он нужен, непонятно. Пока я не нашел ему применение. Вот, фермер работает.
Все растет. Джошуа зовут фермера. Так, Мия бегает. А где мой? Так, значит, сейчас я дам, наполню бочки семенами, чтобы получился компост. Когда я добавляю семена, бочка наполняется и накрывается крышкой автоматически. Через несколько минут появится компост. Семена закончились. Какой кошмар. Какой кошмар. Чем же наполнять? Любая биомасса сойдет. Деревом, что ли? Дерева у меня, конечно, много. Так, а тут что? О, саженцы. Ну, почему? Зелковое дерево, зелковое сейчас туда накидаю. Ой. Не идет. А доски? Доски не годятся. Палки, может? Где мне палки? Сейчас палочку сделаю. Кину туда. И палки не годятся для удобрений. Угля можно туда кинуть? Нет, уголь не годится. Саженцы подойдут, но мне жалко саженцев. Пшеницу бессмысленно туда в удобрение бросать. Листва, может быть? Листва? А я листвы с собой не принес. Ягоды туда я тоже не хочу кидать. Ладно, поживут пока они без удобрений. Так, вот это один стек семян я взял для размножения курицы. Курица здесь недалеко есть. Уже ночь. Ладно, пошел я на базу, на свою первую. О, елка выросла. Я ее срублю. Древесина нужна. Еще елка. Ой, там еще елки. Все надо срубить. И собрать. И посадить заново еще. Миг, палочки соберем. Саженцы соберем. Смородина. Уже темно. А я без меча, с лопатой и пилой. Черника. Оп. Где саженцы? Посажу. Так, елку спрячем. Древесину. Посажу. Еще елку. Мне надо много тысяч древесины, много тысяч единиц древесины, бревна. Еловые бревна. Оп. Срубил. Пила из мода, который называется Silent Gear. По-русски бы это означало, по моему вольному переводу, тихая броня. Мод называется тихая броня. Оп. Хотя некоторые игроки называют тихая передача. Это точно неправильный перевод. Так, ничего не осталось. О, саженец, саженец. О, смородина. Саженец. Или это не смородина? Сейчас посмотрю. Ой, залезь снова. Что это такое? Elderberry. Я забыл, что такое elderberry. А, бузина. Из листвы падает бузина. О, еще елки. Ну-ка я их сейчас срублю. Что там? Ой, упала. Туда придется нырять. Так, дерево собрал. Смородина, древесина. Где моя лестница-то? Лестницу поставить надо. По лестнице заберусь. Оп, все, забрался.
Так, где моя ваза? Вот тут еще смородина белая и палочки. Так, елку пойду срублю. Пилой обсидиановый. Папоротник уберем. О, все падает. И в воду. Вот здесь колючая крыжовник. Его можно собирать, подходить к нему опасно. Жители колонии погибают, когда касаются этого крыжовника. Его можно собирать только дистанционно. Так, когда же я на базу свою попаду? На первую. Так, получил я сообщение о том, что колонисты легли спать. Я пропустил этот момент. Ну, уже не важно, ладно, ушел. Мне нужно сделать меч, нужно сделать ножницы и пойти в ад за сухим кустом. Сухой куст можно получить только ножницами. Его нужно срезать аккуратно. Ай, у меня полные рюкзаки всякого хлама. Их нужно освобождать в колонии. Я пошел в колонию. Освободить надо. Рюкзаки надо освободить. Я плыву под водой. Под водой. Голубика. Наверное. Блюберри. Сейчас посмотрим. Черника. Не голубика. Blueberry. Блюберри. Черника. Хоть и кажется, что если разорвать слово блюберри на два слова английских, хочется сказать, что это голубика. Но нет, это черника. Если верить Google переводчику. О, битва, битва, битва. Надо помочь. Убьют сейчас всех наших. Ой-ой-ой-ой-ой. Оп, оп. Лопата, лопата. Лопата. О! Так. Я получил сообщение в чат, что моя алюминиевая броня сломалась. Да. Дать ее, что ли, кому-нибудь из охранников? Что же делать? Она не прочная, 240 прочности всего. И долго я с ней играл. Я целый месяц с этой броней играл. Или около того. О, охранник. Миа получила опыт. Этому что надо? Лучше не спрашивать. Она съела мой гамбургер. Все колонисты легли спать, написано. Ну что же, я тоже пойду спать в кроватку. А потом уберу из рюкзаков, освобожу рюкзаки и пойду сделаю меч-ножницы. Ой, какие планы-то наполеоновские. Так, где моя кровать-то? Где-то здесь была. Быстренько, быстренько, пока монстры не пришли. Где же эта кровать-то моя? Вон она. Это, кстати, Поппи, маг. Маг. Белая кроватка. Все. Хорошо. И снова рассвет. Где мои рюкзаки? Не рюкзаки, а сундуки. О, куда-то я опять заблудился. Это апатит. Руда апатитовая. Непонятно, куда ее девать тоже. Так. О, это врач. Рене. Так, вот здесь домик строителя. Тут мой импровизированный склад. Какой-то хаотичный склад. Не знаю, что с ним делать. Как это все организовать, не могу придумать. Мне нужно здесь стекло как-то использовать. Не могу представить, как это все.
забор что ли поставить. Где мой забор? Так, рельсы мне не нужны, точно. А вот забор. Нет. Дубовый забор мы не трогаем, еловый забор мы не трогаем. Ёлковая. Ладно, сейчас я построю быстренько забор, заборчик. Заборчик. Много дерева. Ох, будет много забора сейчас. Сейчас мы построим забор. Как это делается? Это, наверное, это ворота. Калитка. Так, забор делается так. Нажимаем кнопочку. Нажимаем кнопочку. Ну все, наверное, много уже получилось. Два стека забора достаточно. Как-то надо сделать все. Забор, если из забора можно делать палки. Палки, палки. Вот такие палки. Что это такое? Сейчас импровизируем. Доски сверху. Оп. Тук-тук-тук. А на доске я поставлю сундук. Не, почему бы нет? Ну придумал, Тимофей. Так, сюда не. Ой, все не так. Все не... Ну ладно. Что получилось, то получилось. Ой, елка выросла еще одна. Так, сюда поставлю сундук. Сундук я кину, что? А, все кину, все скину. Саженцы, бизуар какой-то, бежевые кирпичи, кирпичи из бежевого камня. Так, алюминиевая броня. Так, каменные кирпичи, сломанные каменные кирпичи. Зелкова пригодится, оставлю. Ой, сколько всего, ой, сколько всего. Все убрать из рюкзаков. Так, это все повыкидывать в сундук. Все в сундук. Нет, уголь. Дай пусть уголь. Песок, гравий, полезная вещь. Так, еловое бревно. Так, ой, зелковые блоки. Так, бамбук. А, сахарный тростник. Сахарный тростник. Саженцы дуба. Еловые ступеньки. Коричневая шерсть. Белая шерсть. Шерсть может пригодиться, не знаю. Нет, уберу. 31 штучка железной руды. Точнее, как это тут? Сырое железо написано. Тоже в сундук. Так. Это у нас лазурит. Кован цветочек. Шкура. Кожа. Коровья. Книжки. Чернила. Пшеница. Ой, сколько всего. В сундук не поместится ничего. Так, еловые ступеньки уберем, цветочки уберем, кожу уберем, цвет. Все. О, флинт. А, зажигалка у меня есть. Так, белую шерсть убираем. Все, практически все надо убрать. Так. Так, каменная стена. Чтобы пойти в ад, она пригодится. Не буду ее выкидывать. Так, саженцы я с собой не возьму. Так, забор убрать, пшеницу убрать, елки убрать, семена томата убрать.
Плантун. Так, помидорные семена. Цветная капуста. Пшеница, еловые бревна. Все, сундук полный. Что дальше делать? Следующий ярус, что ли? Ну, следующий ярус. Сейчас сделаем. Как я это делал там? Забор, палка. Еще палка. Сюда доска. Да, вот так и буду делать. Почему нет? Так. Как бы это... Как это? Я не могу представить себе конечного результата моих трудов. Так. Вот так. Вот так. Лесенку уставим. Выше лестница. Так, факел надо поставить обязательно. Факела вещь нужная. Поставили. Сундук сюда. Опа. Что, так и буду строить, что ли? Ну, почему нет? Так, сюда я что скину? Все из рюкзака, саженцы всякие, ягоды, крыжовник, так, еловое дерево, Nightshade, это у нас Nightshade, забыл, Nightshade, ну, сейчас посмотрим в переводе, кажется, Послем. Nightshade. Послем. Это растение. В Википедии написано, что там 1200 видов этого растения известных. То есть послены бывают в реальной жизни. Так, зачарованные книжки. О, жемчужина Эндер. Очень важная вещь. Так, все уберу. Книжки. Камень, саженцы всякие. Ой, как все это потом искать? Не представляю. Саженцы. Так. Это громоотвод. Так, это шип. А нет, рог. Это крыло. Вилден. Дикий. Дикое крыло и дикий рог. Что тут еще? Тут у меня обсидиановая кирка. Она не очень хорошая. Может быть, я ее отдам строителю. О, это строительный материал. Бумага экстра называется. Так, это у нас уранит. Необработанный. Так, бузина. Так, ну что же, все, один рюкзак я освободил. Один рюкзак освободил. Так. Как еще потом искать? Не представляю. А, это строительный материал для строителя. Спрятать в другое место надо. Сейчас спустимся. Не спеша. Для строительного материала у меня здесь сундучок. Оп. Так, другой у меня рюкзак есть. Золотой рюкзак. Белого цвета почему-то. Это я его покрасил. Вот почему. Так, здесь мы делаем так. А дальше как? Дальше мы. Так. Упал. Пайть. Так. А дальше? Как было? Так.
Доски поставили, доски поставили. Все неправильно. Это уберем. Кто-то там прыгает. Ладно, ладно. Сундук ставлю. Сундук поставил и все туда. А что туда? А, из другого рюкзака. Всякие, о, всякое важное, всякое нужное, но пока не нужное. Жуч. Песочек. Всякие доски еловые. Диорит. 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 Шлифованный гранит. Все нужное. Шлифованный андезит. Заборчик. Так, что еще тут? Ой, много всего, много всего. Березовое дерево. О, серая кроватка пригодится, может быть. Так, крючочек мне нужен для стройки. Далеко не убирать. Так, так, так. Береза убрать. О, какой-то песочный камень. Так. Дубовое дерево. Березовое дерево, саженцы дуба. Так. Сделаем. Опять ночь наступила. Время летит. Время летит. Я уберу петлю. Петлю важную. Сюда. Петля нужна для строительства склада. Для улучшения склада. Я видел там такой предмет в списке строительных материалов. Так, что еще? О, железные ботинки. Ай, особо не нужны. Косточка. Каменный уголь. Яблоки не нужны пока. Какой-то кварц. Пыль кварцевая. Щиты не нужны мне. Стрела не нужна. Петля нужна. Калмари. Кальмар. О, лущенная лаш. Сейчас посмотрим перевод. Пышная. Лаш. Пышная земля. Даже не земля, а грязь. Пышная грязь. Что за бред? Рука зомби. Кримсайт. Канталу. А, уксусная дыня. Cantaloupe. Cantaloupe. Уксусная. Так, картошку, морковку убрать. Гнилое мясо убрать. Ой, как это долго. Вот такая игра. Когда в одиночной игре на выживание играешь, бывают трудности. Трудности бывают. Так, это у нас самородки железные. В игре бывают железные самородки. Так, тут всякие семена индустриальной конопли, черные бобы, семена черных бобов, blackberry. Может, такой blackberry? Ежевика. Blackberry. Blackberry. Ежевика. Так, уберем. Смородину уберем. Семена помидоров. Я слышу приближение монстров. Сейчас меня кто-то укусит. Сундук полон. Поднимемся выше. Почему бы нет? Пум. Пум. Ой. Это надо срубить. Так. Ставим, ставим. Ставим. Там, там. Там, там. Приплыли. Тум, тум. Тум. Лестницу еще поставим сюда. Раз, два, три.
Я... Ой, упал. И я упал, что-то неправильно сделал. Вот так надо. Так, это мы уберем. Это мы тыкать. Вон, сюда я сундук поставлю. Большущий. И сюда я уберу всякие нужные, ненужные предметики. Все, рюкзаки пустые. На наполнение этих рюкзаков у меня уйдет неделя реального времени. Неделя реального времени. Так. Ой, так это мы. Какие-то осколки сырой земли. Сырые осколки земли. Так, все, разгрузил я свои сундуки большущие. Все, теперь иду на базу. Делать меч какой-нибудь. И ножницы. Ножницы нужны для того, чтобы я мог найти сухой куст. Кого они стрелили спать-то? Не знаю. Ну и что мне ждать? А, пусть кто-то не выспится. Они очень не любят, когда я не даю им поспать. Если я лягу, наступит утро, и какой-нибудь из колонистов не ляжет спать, не успеет лечь в кроватку. И на следующий день будет недовольным. Ну ладно, пусть будет так. Одну ночку не поспит. Наступило утро, я пошел на свою первую базу. В какую сторону-то идти? Туда вроде. Ту-ту-ту. Так, впереди сторожевая башня. Сверху. Сверху больница. Там у меня есть еще академия. Ой, это свинья бегает. Как ее монстры-то не съели? Потому что охранники ходят. Это у меня академия. Академия первого уровня. Построить ее было нелегко. Она большая. Крыши нет. Это громадвод. Молния бьет в этот громадвод. Звуковой эффект обалденный. Это два книжных шкафа. И стол с книжками. Вот такая академия. Пум-пум-пум. Есть быстрый спуск без лестницы. Сейчас покажу. Надо осторожно прыгнуть в воду. И я не разбился. Все, вылезаю. Наконец-то я на базу пойду. Сколько я уже играю? Сколько я уже играю? Час. Час играю. Вот. Появился улей на дубу. На дубовом дереве появился улей пчелиный. Из Майнкрафта, не из модов. Тут я раньше ловил рыбу в этом маленьком домике. Домик из булыжника. Тут мои коровы. Их здесь около сотни. Пасется. Разморочит их. А я пшеницу убрал. Вот. Если им давать пшеницу, они будут размножаться. Это громад, вот. Так. Вот моя база подземная. Солнышко квадратное. Опять же, елка. Вот. Сейчас я буду делать обсидиановые ножницы сначала. Сначала обсидиановые ножницы. Чертеж ножниц сначала надо найти. Сейчас я посмотрю внимательно, где здесь чертеж. Он здесь где-то есть. Я его делал, этот чертеж. Вот он, нашел. Так, чертеж ножниц взял. Теперь мне нужен чертеж меча. О, обсидиановый. Рукоятку я возьму, обсидиановую. Ручку.
И... А это что, у меня медные пластины? Возьму вместо алюминиевых. Да. Так, а что с ними будет? Ну, сейчас я посмотрю, сильно ли они помогают. Теперь у меня есть медная броня. Ой, какая плохая прочность. 192. Хуже алюминиевых. Хуже алюминиевых. Вообще бесполезная вещь. Так, какая-то... А, мне нужна броня какая-то на замену. Я же без брони не могу. Надо чертеж брони взять. Чертеж брони, это я выкину пока. Чертеж брони. И чертеж меча. Можно копье, но я не хочу копье. Что-то я не доверяю копью. Теперь надо взять строительный материал. Обсидиан. Может быть, алмазик взять? Из алмаза что-нибудь сделать? Пару алмазов возьму. А это что? Так, это слиток свинца. Слиток иридия. Нет, алмазики жалко. Лучше иридий, может быть, я использую. Хотя, даже трудно... Может, сплав какой-то использовать? Тогда чинить будет тяжело, дорого чинить. Если сплавы использовать шикарные, дорого ремонтировать. Хотя если меч попробовать, может быть, будет он. Что же делать? Что же делать? Ну ладно, попробуем никелевую пыль с чем-нибудь смешать. Посмотрим рецепты. Две страницы с рецептами. Константан. Инвар какой-то. Так, вот инвар, интересный сплав. Можно сделать. А, нет, я его не могу сделать. Нет материалов. Так, железо, никель. Да, вот это я могу сделать. Инвар даст. Пудра. И константан даст. Копер. Можно сделать. Попробовать из железа и никеля, пыли инвара. Сейчас я возьму железо, которое я ставил на базе, да? А нет, железо здесь. Железо, да, там осталось. Так, никель есть, железо, а, железо в рюкзаке. А, железная пыль. Где у меня железная пыль? Это никелевая пыль. Где железная пыль-то? Я все железо переплавил. Всю пыль железную я переплавил. А вот железная пыль. Сейчас посмотрим, что мы из нее можем сделать. Так, как-то так. А нет, вот так было. Опа! Что тут есть? А, либо пудра, либо пыль. Я сделаю пыль. Вот так. Немножко сделаю. Раз, два, три, четыре, пять. 15 кучек. Ну что, в печку? Все это хозяйство. Так, древесный уголь есть. Сейчас я тут пыль. Инвар. Инвар как переводится? Инвалид? А, нет. Инвар. Инва. Инва. Что означает? Сейчас посмотрим. Инвар. Сплав, состоящий из никеля и железа. Какой сплав есть в реальной жизни? Ну что же, попробуем получить слитки. Ой, не то кинул. Инвар. Попробуем получить слитки инвара. И что-то, и что получится из них. А что-то хорошее получится или нет? Я не знаю. Наверное, нет. Ну и что? Тир-2. Хуже обсидиана. Обсидиан-то круче.
Обсидиан тиер 3. Третий уровень. Дешево чинить? Ну, в принципе, для охранников броню можно сделать. Прочность 640. Что-то не очень. А у алюминия... У алюминиевой 400 была прочность. Долго прослужила. 240. В три раза. Ну что, сделаю, ладно. Промежуточная броня такая будет у меня. Ой. 5. Нужно для брони 8 слитков. И для... А, ножницы сделаю из обсидиана. Броню сделаю из инвара. А там какие-то качества у него интересные. Так, достаточно. Теперь с чертежом похимичим. Чертеж брони. Инвар беру. Опа! Образец брони. Ну и эту броню я сейчас превращу. Образец брони превращаю в броню настоящий. И одеваю на себя. Опа! Да, инвар круче, чем алюминий. Гораздо. Да, инвар лучше. И это всего лишь тиер 2. А что было бы обсидиановое? Ой, боюсь представить. Так, теперь ножнички быстренько. И меч. С мечом, конечно, я не знаю, что придумать. Так, ножнички просто из обсидиана. Это очень просто будет. А, и ручку, что ли, надо делать? Для ножниц ручку? Вы что, смеетесь? Нет, обсидиановую ручку, наверное, ему... А, да, обсидиан дешевый. Ладно, пусть будет. Прочные получаются. Теперь нужно рукоятку делать. Из обсидиана же, наверное. Или из алмазов. Турод. Турод. Чертеж возьму, чертеж. У меня есть, в принципе, палочки из ифритов. Где-то они у меня тут валялись. Палочки из ифритов. Стержень ифрита. Потерял, что ли? Положил куда-то, не помню куда. Вот те раз. Ну ладно. Две штучки было. Сделаю я все, пожалуй, из дешевого материала, из обсидиана. Я научился добывать обсидиан безопасно. Сейчас сделаем рукоятку и ножнички. Все, ножнички для состригания кустов готовы. Ножницы я положу куда-нибудь. Поясную сумку. Место есть. Все, в поясной сумке ножницы лежат. Два ведра воды. Большая лопата. Так, вот тут у меня говяжий суп. Он мне сейчас не нужен. Так, теперь меч надо сделать. Ну что же, мудрить не буду. Сделаю из обсидиана. Дешево. Проверено. Не очень эффективно, но... Очень прочно. И его используют жители колонии. Вот и все. Урон 7. Ой, скорость атаки плохая. Надо улучшение навешивать. Скорость атаки 1,2. У обсидианового меча. Прочность высокая, но скорость атаки плохая. Прочность 3000. Урон слабенький. Так, какие-то улучшения надо навесить. Оболочка. Так, а что у нас тут? Какие у нас тут есть конструкции? Left Alt сейчас надо нажать.
Так, чертеж. Надо разобраться, где у меня чертеж меча. Left control. Ага. О, раз, два, три, четыре. Четыре улучшения можно. Обвязка, рукоятка, наконечник и оболочка. Сейчас все используем. Это у нас оболочка. Это обвязка. Это наконечник. Это рукоять. Улучшение. Четыре улучшения. И все из чего сделать-то? Из чего-то дешевого, может быть. Или все из обсидиана. А, все и сделаю из обсидиана. Обсидиан дешевый. Тир третий. А у меня есть готовая. Сейчас посмотрим. Не, готовая, я все истратил. Так. Верстак. Так. Обвязка делается не из обсидиана, а из шнура какого-нибудь. Что-то веревочное должно быть. Где взять веревку? Какую веревку? Я забыл. Так, строю нить. Беру нитку. Где еще нитки-то? Нитки бывают разные. Так, где я вообще? Куда я полез? Можно набрать конопли. Промышленную коноплю можно взять. А, сухожилие можно использовать. Какие тут еще варианты? Куда я пошел? Каменные кирки. Ой, у меня никелевая кирка раньше была. Я был доволен ею. Так, тут у меня три огорода, которые я руками творил, создавал. Так, что тут у нас есть? Вот такой вот. Это хлопковая нить. Хлопковая нить. Может быть, ее использую. Как я ее использую-то? Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Берем это. Берем это. Это. Нет, хлопковая нить не годится в таком виде. Ее как-то надо. О! О! Струна. А теперь попробуем сделать обвязку из хлопковой струны. Получается. О, даже две можно сделать. Оп. Сделал. Улучшение сделал. Теперь надо улучшение сделать на оболочку из обсидиана. Не получается. Ткань должна быть. А, нет, не ткань. Обсидиан просто не годится. Эй. Слитки какие-то должны быть. Золотой. Незерит, призмарин, золото, незерит, кристалл не. Что же использовать-то? Призмарин, кристалл, фиерет какой-то, незерит. А что у меня есть? Я даже не знаю, что у меня есть из этого, из этих слитков-то. Инвар, наверное, не подойдет. Попробуем. Инвар. Использовать обвязка инвар. Нет, не годится. Какие слитки тут у меня есть готовые? Свинец не годится. Какую руду взять? А, руда у меня тут есть какая-нибудь? Пыль. Медная пыль, никелевая, иридиумная. Иридиумная. Золото. Золото можно.
сделаем золото. Оболочка будет из золота. Где она? Вот она. Опа! Сделали. Так. Теперь рукоять. Рукоять у нас будет, конечно же, из чего? Из обсидиана можно ее делать? Нельзя. Что же можно из обсидиана делать? Так, что тут у нас? А, из шерсти. А я шерсть что, все скинул? Я... А, ну не проблема. С собой готовой шерсти у меня нету, но я могу изготовить шерсть из ниток. Пойду нитки делать. Нитки делаются из индустриальной конопли, вот из этой. Индустриальная конопля есть в реальной жизни, она не токсична, не обладает наркотическими свойствами. Ну, наверное, ее уже уничтожили в реальной жизни. Так, сажаю новую. Так, это я собрал. Сколько у меня? Вот, 23 нити есть. Конопляная. Из ниток можно сделать шерсть. Сейчас сделаем. А, сначала так. Струна получается, а из струны шерсть. Ага. Опа, 8 блоков шерсти. Теперь сделаем рукоятку. Странно, странно. Одной хватит. Из шерсти, рукоятка из шерсти. И теперь наконечник. Наконечник будет из чего? Из обсидиана? Нельзя. Что ж ты будешь делать-то? Из чего же он делается-то? А, основа для улучшения сначала должна быть. Во. Во, обсидиан вроде подходит. Аметист, электрум, азур. Кримсон. О, малиновая руда у меня есть. О, алмаз можно использовать для наконечника. Изумруд можно использовать. Слитки различные. Кварц. Красная пыль. Ух ты, какие всякие бывают слитки-то. Оп, а это что такое? Очищенный обсидиановый слиток. Из чего он делается-то? Его что, можно переплавлять, что ли? Ну-ка, сейчас посмотрим. Ну-ка, если я в печку обсидиан засуну, что будет? Ничего. Ну, как же делать слиток из обсидиана? Непонятно. Ладно, используем какой-то другой слиток. Алмаз жалко для меча. Не хочется алмаз использовать. Может быть, и иридий неплохой материал, прочный. Где он? Нет, не катит. А, база. Основа для апгрейда. Так, доски нужны. Две бумаги, доски. И камень. Угу. И потом слиток чего-нибудь. Не так-то все просто. Так, бумага у меня есть или нету? Здесь. Эту бумагу я туда вот утащил. Ага. Нет с собой бумаги. Ну, в общем-то, можно... А, вот бамбук есть.
сахарный тростник. Из него я сделаю бумагу из сахарного тростника. Много бумаги. Что там было? Сейчас еще раз посмотрим. И камень. Камень где-то у меня был готовый. Так. Вот он, камень. Куда его положить-то? Тыч-тыч. Так. Это не надо. Это в рюкзак, это в рюкзак. Это в рюкзак. Это не надо. Это железная пуля. Сюда. Это уже... Ладно, сделаем основу для апгрейда. Так, куда нажимать-то? Сюда сначала, потом сюда. Нажимаем плюсик. 4 базы для апгрейда готовы. Одну ставлю сюда, наконечника. Чертеж наконечника и обсидиан. Так, слиток нужен какой-то. Слиток чего? Иридия. Не прокатил. Что ж ты будешь делать-то? Ой, куда я полез? Не туда я полез. Так. Может, изумруды сделать? Использовать. Железо. Кварц. Может быть, кварц использовать. Где у меня кварц был? Не здесь, не здесь, здесь. Флюорит это не то. Не селитра. Кварц, где же я? Где ж ты его находил? А ладно, возьму алмаз. Жалко алмазы, редкая вещь. Копать их 300 лет. Ну ладно. Может быть, меч будет хорошим. С этим алмазом. Говорит, наконечника, чертеж. Наконечника и алмазик. Прощай, алмаз. Оп. Ну все. Теперь сделаем меч. Супер продвинутый. Скорость атаки до апгрейдов 1,2. Сейчас я сделаю 4 апгрейда. Меч. Наконечник и оболочка. Вот такой золотой алмазный меч. Скорость атаки 1,4. Прочность уменьшилась, а урон увеличился до 9. Было 7, стало 9. Не знаю даже радоваться или плакать. Истратил алмаз. Ну ладно, теперь я вооружен. Может, кого с одного удара буду бить? У меня какая-то защита появилась, резистенс. Причем перманентная, постоянная защита от чего-то. Опа! 20% урона понижается за каждый уровень. Вот так. Что это означает, тоже непонятно, но что-то хорошее. Что-то хорошее. Вот такой красивый меч. А! Мой внешний вид же я хотел показать. Какая кнопка-то? Не это. Вот это. О, это мой образ. Ладно, в конце ролика покажу еще раз. Чтобы найти. Легче было. Так, все убрать. Так, семечки. Семенная конопля я уберу. Обсидиану уберу туда. Все на место надо убрать. По возможности. Обсидиан убрал. Бумажку сюда уберу. И сюда. Сортировка. Все, я пошел в ад. Я пошел в ад. Так, это я в рюкзак спрячу.
Мне нужно взять забор из булыжника. Потому, почему? Потому что булыжник не горит. А забор из зелкова будет, может быть, будет гореть. Я же иду в ад. Камень, камень убрать. Стоун. Так, булыжник, где у меня был? Где-то у меня было много булыжника. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Много булыжника. Так. Слишком много. Я бы сказал. Забор. Оп. 6 стеков булыжника. 440 с чем-то там блоков булыжника получилось. Так, кирку починить надо? Или не надо? Починим. Мой ремонтный набор отремонтирует кирку алмазную. Угу. И убрать. Так, вот мой внешний вид. О, как меч смотрится обсидиановый. Я пошел в ад. Найти дорогу туда. Давно я не был в аду. До нуля нет. Падай в воду, спуск до бедрока. Падаю в воду. Ой, у меня еды нет. И мне лук надо сделать. Поздно вспомнил. Ладно. Пошел я в ад. А где ад? Нет, не там. Сторону. Нет. Это портал Сумеречный лес. Я забыл, где ад. Надо вспоминать. Где-то там. Туда. Вспомнил. Просто сам эту тему. Что ты обзываешься? Кого я обзываю? Меня. Тебя нет. Уходи с компа. Ну, хорошо. Сейчас до портала дойду. Дойду до портала, выйду. Вот он. Портал в ад. Так, найти светопыль. Это мне не надо уже. Оп. Светопыль нужна. Еще раз показываю свой внешний вид. Такой вот. Без брони сейчас посмотрим, какой я. Это я без брони. Это я в броне. Все. А? Если не F6.